Среди северян ищут профессиональных актеров и артистов для массовки. В регионе проходят кастинги для сериала «Эпидемия». Отбор уже провели в Северодвинске и Онеге. Попробовать свои силы приглашают взрослых и детей от 7 до 12 лет. Ну, об этом узнала моя дочь, и она очень захотела поучаствовать. Вот вчера мы ездили в Северодвинск на этот кастинг, а сегодня я привела помладше ребенка и решила заодно уж пришли тоже сходить. За несколько дней на кастинге побывали 150 человек. Организаторы отметили, что среди желающих попасть на большой экран мало профессиональных актеров. Если это для массовых сцен, то, конечно, просто типаж, внешность. Если какая-то групповка или люди, которые уже будут играть сцены, то важен профессионализм, умение не бояться быть в кадре, и желательно, чтобы это были профессиональные актеры. Отбор продолжается. Сегодня и завтра он пройдет в Архангельске, а 2 ноября в Новодвинске.